Еду домой, никак не доеду. Везде дороги поперекрывали. То там пробка, то там пробка. В общем, какой-то пробочный маршрут. Сережа сейчас будет ехать, меня подберет. Он приезжал, папу завозил с турбазы домой. Сейчас возвращается назад к себе на обед. Но говорит, я тебя сейчас по дороге подберу, заброшу домой. Ну, хоть в чем-то везет. Все, добралась домой. Еще по дороге искупилась. Значит, так, что я купила? Крылышки куриные. Вот такую вот свинину купила. Буду делать фарш. Еще надо будет говядинки докупить. Такая колбаска. Я уже кусочек отрезала, попробовала. Вкусная. Хлебушек вот так вот в пакетике. Такие вот персики крупные, красивые. Сливы. Крупные-прикрупные. Сейчас свет включу. Ага. Такие крупные-прикрупные сливы. Такие интересные. Еще и пипочка на конце вот тут. Такая вот. И два лимончика. Вот. Напиток сделаю себе с лимоном. Каркаде и лимон. И в холодильничек. Да? Чип. Ты согласен? Колбаску будешь пробовать? Тебя угостить колбаска? Барсик, а тебя колбаской угостить? Будешь колбаску? Будешь, Барсик? Колбаску будешь? Я тебя спрашиваю. Да? Вот так и все. Это все, что ты сказал. Все, кушаю и иду отдыхать. Я сегодня напахалась, как папа Карло.